малейший щелчок, который мы услышим, это патологический такой момент, перелом ребра. Но, в принципе, при реанимации такие вещи допускаются. Главное нам спасти человека. Начинается сердечно-легочная реанимация. В этот момент, когда вы начинаете делать сердечно-легочную реанимацию, вы сразу определяете человека, который вам будет помогать. За учебными партами врачи, медсестры и студенты-медики. Всем им сегодня предстоит отработать на манекене навыки проведения сердечно-легочной реанимации. Осваивают новые европейские стандарты. В больнице Пирогова такого рода занятия проходят ежедневно. Мастерство первой помощи оттачивают свыше 500 человек. К обучению привлекают весь персонал без исключения. Проведение сердечно-легочной реанимации и с людьми, не имеющими медицинского образования, работающими в больнице Пирогова. Это охранники, это сантехники, это санитарки, те же самые айтишники. Проведение базовой сердечно-легочной реанимации является как проявление гражданской позиции человека, который не должен проходить мимо, а первым подойти и начать осуществлять помощь. Этим спасают жизнь, потому что мы заставляем сердце работать и поступать кислород в мозг. Соответственно, не терять функциональность головного мозга, что является важным. Больница имени Пирогова – уполномоченное медучреждение ФИФА. Гостей чемпионата мира, которым понадобится помощь, будут направлять сюда. На закупку и ремонт медицинского оборудования в этом году уже выделено более 90 миллионов рублей. Дополнительно ожидают как минимум такую же сумму. Приведут в порядок и территорию, установят камеры наблюдения, сигнализацию, отремонтируют КПП. Регулярно медперсонал больницы участвует в учениях. При поступлении тяжелых пациентов важно сработать оперативно и слаженно. Проводится быстрота и эффективность действий нашего персонала в данной ситуации. Прям непосредственно начиная с приемного отделения. Алгоритм действий, маршрутизация пациента, логистика движения пациента по приемному отделению и на этажи. И непосредственно до реанимации или оперблока. Также в больнице Пирогова проводятся совместные учения со службой скорой помощи. Отрабатываются действия во время чрезвычайных происшествий, когда больнице приходится единовременно принимать десятки пациентов. Такие учения планируют организовать уже на следующей неделе, 13 июля. Алина Чемерис, Максим Гусев, события.